Бывший глава Дербентского района Магомед Джелилов приговорен к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщают в Следственном комитете России. Суд признал его виновным в незаконном выделении земельного участка. Джелилов в 2017 году передал участок депутату районного собрания Акифу Балаханову. При этом последний предоставил документы от имени подставного лица, чем содействовал незаконной передаче земли. По данному факту Балаханов также получил 3 года условного срока.